Друзья, всем привет! Как вы уже поняли из названия этого видео, речь в этом выпуске, а если точнее, то в краш-тесте, я поведу и произведу вот с этим защищенным смартфоном, новинкой конца этого уходящего года, Aerma M1 с классом защиты IP68, который я буквально на днях и приобрел. Нет, не потому, что меня не устроил чем-то предыдущий смартфон, которым, кстати, я уже пользуюсь почти год, и, кстати, обзорчик с тестами я тоже на который делал примерно год назад на своем канале. И, возможно, что многие из вас его даже и смотрели. И, кстати, в комментариях под ним многие пользователи писали, что тесты с ним были слишком мягкими. И именно потому он тогда, собственно говоря, и выжил. Ну и как видите, живет припеваючи и по сей день и служит мне на все 100. И чую, сейчас многие из вас задались таким вопросом, так какого же тогда черта чувак тебе задался еще один, раз у тебя с предыдущей трубой все в порядке. А тут все очень просто, друзья. Просто я очень часто меняю подобную технику. Ну, как, к примеру, некоторые меняют свои авто. Попользовавшись примерно год, затем я приобретаю очередную какую-нибудь новинку с подходящими для меня параметрами и техническими характеристиками, а предыдущие продаю, либо просто отдаю кому-нибудь из своих родственников. Конкретно в этом смартфоне мне понравился его внешний вид, его защищенность, ну и, конечно же, его технические характеристики по его довольно-таки приемлемой на сегодняшний день цене. Именно потому я и остановил свой выбор именно на нем. Сразу скажу, что я не собираюсь в этом видео подробно размусоливать обзор на него, так как знаю, что многим это не нравится, когда, в общем-то, всю эту информацию, просто поставив на паузу, можно при желании прочитать и с экрана. Что я, собственно говоря, и собираюсь сделать. Этот выпуск будет в основном посвящен нескольким краш-тестам с ним, и в отличие от тестов с предыдущим экземпляром, они будут куда более жесткими. И прежде чем приступить, то есть пока он жив, ну конечно же, надеюсь, и останется, пока вкратце пробегусь по внешнему его виду и основных технических характеристиках. И начну с того, что создан Aerma немецкой компанией Aerma Mobile, а если быть точнее, непосредственно его дизайн. Но произведен он был, как сейчас в основном почти все и производится, правильно, в Поднебесной. Аппарат этот на сегодняшний день позиционируется как один из самых мощных, в целом продвинутых, плюс еще и неубиваемых смартфонов на рынке подобных гаджетов. Что я, в общем-то, в сегодняшних тестах с ним и проверю. Но на тот случай, если он вдруг в них не выживет, а стоит он, кстати, не так-то уж и дешево, то, пожалуй, на всякий пожарный сначала вам продемонстрирую, что нам предлагает за эти деньги производитель данного девайса. Корпус его в основном выполнен в металле с пескоструйной обработкой золотистого цвета. А вообще выпущен был он в трех цветах: золотистого, серебристого и классически черного цвета. Из-за присутствия металла в корпусе отсюда и его немалый вес. Ну, по ощущениям, такое чувство, словно у меня сейчас в руке находится кусок брусчатки. Если сравнивать его с этим защищенным смартфоном, а этот, кстати, весит что-то около 220 грамм, это точно в два раза его тяжелее. Просто только послушайте и оцените грохот этого монстра в сравнении с предыдущим. Все кнопки у него, соответственно, тоже выполнены в металле. Аккумулятор у него встроенный, по-моему, на 5600, с функцией быстрой зарядки. Заряжается он примерно за 1,5 часа, это я уже проверял. А хватает ее на 3 дня при обычном использовании данного смартфона. Основная камера, это, кстати, камера Sony на 21 мегапиксель, что, согласитесь, немало. Касаемо же фронтальной, она на 8. На корпусе имеется сканер отпечатков пальцев, 2 слота для сим-карт и для microSD-карты объемом до 128 гигабайт. Встроенной же своей памяти у него 64 гигабайта, чего, в общем-то, вполне хватает и без использования карты microSD. Оперативной памяти здесь 6 гигабайт, касаемо же операционки, стоит здесь 7 Android. Ну а теперь, думаю, настал момент проверить и качество видеозаписи данной 21-мегапиксельной камеры от Sony. Думаю, многим это будет любопытно узнать, да еще плюс до кучи оценив и качество звука. Режимов видеозаписи здесь множество, начиная с авто и заканчивая ночным режимом, режимом пейзаж, портрет, банкет и тому подобное. В общем, есть все то, что присутствует и в полноценных видеокамерах. Функционалов в плане видеозаписи здесь тоже немало. Мало, я насчитал 15, и по ходу пьесы некоторые из них я вам мимолетом и продемонстрирую. Итак, поехали, пока наш дорогой друг находится в полном здравии. Раз, 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 два, запись пошла. Это у нас обычный режим. Это у нас режим видеозаписи монохром. Режим видеозаписи сепия. Негатив. Пастеризация. Режим под водой. Режим видеозаписи под названием свежий. Фильм. Это у нас тихий режим. Память. Великолепный. Элегантный. И крутой. Ну вот, собственно говоря, и все, что я вам хотел продемонстрировать касаемо режима видеозаписи данного смартфона. Теперь погнали проводить и краш-тесты с ним.
Так, ну что, попылили, поискрили, водичкой его помыли, да и хорош, думаю, фигней заниматься. Теперь перейдем и к более ответственному тесту с ним. Это его падение. В нашем случае на поверхность брусчатки. Так как именно падение телефонов по тем или иным причинам и является самым распространенным неприятным случаем в повседневной жизни, который ведет к сколам и так далее. Покидаем его с высоты человеческого роста, дисплеем вниз, торцом, ну и так далее. Ну вот и пиздец стал удар прочному стеклу, горело глаз на последнем броске. Жаль, конечно, но деваться некуда. Придется либо менять стекло, что обойдется не в маленькую сумму, либо его добивать. Пользоваться им, конечно, можно, он работает, стекло не царапает, так как поверх него впечатана еще защитная пленка. Но пользоваться я таким, конечно, все равно не буду, так как видочек у него стал, ну, просто ужасный. Да и дополнительно тратиться на его ремонт, если он обойдется мне слишком дорого, я тоже не собираюсь. Сейчас я предварительно позвоню ребятам в один из сервисных центров и попытаюсь разузнать, что почем. Хотя я уже полазил в интернете, на кое-каких сайтах нашел некую информацию про стоимость за работу. Это что-то в районе 1000 рублей. Это конкретно именно по замене дисплея. Так что эта фигня не так уж это и дорого. Теперь остается выяснить и по материалу, которого, как я чую, наверное, вряд ли где найдешь под эту модель, так как она как-никак является новинкой. Ну что ж, сейчас позвоним и все разузнаем. Да. Добрый день. Добрый. Я по поводу ремонта смартфона. В общем, при его падении у него разбился дисплей. Теперь требуется его замена. Модель AERMO M1. Это новинка. Его аналог Dudge S60. Вышел в продажу в ноябре этого года. Ну, запиши нет, конечно. Ну вот я тоже так же подумал. Наверное, вряд ли в каких-то либо сервисных центрах найдутся на него запчасти. Наверное, придется искать в интернете. Ну, я боюсь, что в интернете тоже не найдете. Появятся, ну, по опыту появятся весной. Ладно, спасибо за информацию. С Децл полазил в интернете, на одном из сайтов я все же нашел эту стекляшку, ее стоимость, как вы это можете наблюдать, не так-то уж и велика, так что можно смело ее заказывать и привести наконец-то в божеский вид нашего монстра. Ну и в итоге все это удовольствие с его полетами на брусчатку, то есть работа, материалы, плюс их доставка с другого города, транспортной компании в наш город, обойдется мне примерно в 2500 рублей. Ну что ж, это еще вполне терпимо, и как в таких случаях говорят, где наша не пропадала. Ну и на этой позитивной ноте, друзья, мне остается с вами лишь попрощаться и пожелать вам не ронять ваши телефоны. И как в таких случаях говорят, пусть у них всегда будет только мягкая посадка и, соответственно, длительный срок службы. Для кого из вас информация из этого видео была интересной и полезной, смело ставьте лайки, друзья. Ну а для кого нет, тоже особо не суетитесь, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные и познавательные видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте «Ремонт и отделка», ссылочка на которую будет размещена под этим видеороликом в описании. В общем, обращайтесь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. Всем пока!